Высоко в Кавказских горах, в маленьком ауле, мир замер в ожидании. Родился мальчик, Розамбек Жамалов. Это было не просто рождение, это было пришествие будущего чемпиона. С первых шагов Розамбека тянуло к спорту. У него было сердце льва. Он обладал неиссякаемой энергией. Родители видели в нем нечто особенное. Они поддерживали его страсть. Они вдохновляли его мечты. Жизнь в ауле не была легкой. Но трудности закаляют характер. Они куют чемпионов. Семья Розамбека привила ему ценности трудолюбия, дисциплины и уважения. Эти ценности стали его путеводной звездой. Путь Розамбека начался с дзюдо. Он был прирожденным борцом, двигался с грацией и силой. Броски были молниеносными. Он быстро поднимался в рейтингах, выигрывал местные турниры, привлек внимание опытных тренеров. Но у судьбы были другие планы. Однажды Розамбек увидел соревнования по вольной борьбе. Он был заворожен. Скорость, ловкость, первобытная мощь борцов пленили его. Он сразу все понял. Это было его призвание. Переход был нелегким. Вольная борьба требовала другого рода силы, новых техник. Розамбек принял вызов. Он тренировался усерднее, чем когда-либо. Целеустремленность Розамбека не осталась незамеченной. Тренеры увидели его потенциал. Они подталкивали его к пределам возможностей. Верили в него, даже когда он сомневался в себе. Он начал участвовать в юниорских турнирах по борьбе. Сражался с более старшими, более опытными соперниками. Боролся с упорством и решимостью. Вкусил вкус победы. Учился на поражениях. С каждым соревнованием Розамбек становился сильнее. Его уверенность росла. Он не боялся трудностей. Он жаждал их. Он был на пути к тому, чтобы стать чемпионом. Олимпийские игры – вершина спортивных достижений. Это событие, которое объединяет мир, где лучшие из лучших соревнуются за славу и честь. Мечта мерцала в глазах Розамбека. Он знал, что путь к Токио будет трудным, но его решимость была непоколебимой. Он удвоил усилия на тренировках. Каждый день он выкладывался на полную, стремясь стать лучше, сильнее, быстрее. Каждый день был как испытание. Он поднимал тяжести, выполнял изнурительные упражнения, не зная усталости. Каждая капля пота – жертва. Жертва ради мечты, ради того, чтобы однажды стоять на пьедестале. Его дни начинались до восхода солнца. Многочасовые изнурительные тренировки. Он знал, что каждое утро приближает его к цели. Спарринги, испытывающие предел его возможностей. Каждый поединок был шагом к совершенству. Он доводил свое тело и разум до предела. Никогда не жаловался. Он знал, что только через боль и усилия можно достичь величия. Он знал, что поставлено на карту. Тренеры стали его наставниками. Они делились своей мудростью, направляли его развитие, помогали ему расти, помогали оттачивать мастерство до бритвенной остроты. Семья была его опорой. Они всегда были рядом, поддерживая его в каждом шаге. Их непоколебимая любовь и поддержка подпитывали его решимость. Они верили в него, и это давало ему силы продолжать. Настал день Олимпийских игр в Токио. Церемония открытия. Розамбек шел по стадиону с высоко поднятым флагом своей страны. Он нес надежды и мечты своего народа. На его плечах лежала ответственность перед всей страной. Он с легкостью прошел отборочные туры. Каждая победа приближала его к мечте. С каждым поединком давление нарастало. Мир с восхищением наблюдал за его мастерством и упорством. Шум трибун стих, яркий свет померк. В этот момент были только Розамбек и его противник. Он боролся с сердцем льва. Финальный поединок. В воздухе висело напряжение. Розамбек столкнулся с самым сильным своим противником, опытный борец с целым арсеналом приемов. Толпа ревела от каждого захвата, каждого броска, каждого балла. Розамбек боролся изо всех сил. Он собрал всю волю в кулак. Он использовал вес соперника против него самого. Он провел прием, который отрабатывал 1000 раз.
Прием, который обеспечил ему место в истории. Толпа взорвалась. Рука Розенбека была поднята в знак победы. Он сделал это. Он стал олимпийским чемпионом. Слезы радости текли по лицу Розенбека, когда ему на шею вешали золотую медаль, звучал гимн его страны. Он осуществил мечту всей своей жизни. Но что еще важнее, он сделал свою семью, своих тренеров и свою нацию гордыми. Груз ответственности спал с его плеч. Он доказал свое превосходство на мировой арене. Он вписал свое имя в историю. Но для Розенбека путешествие было далеко от завершения. Это было только началом. Вернувшись домой героем, Розенбек ощутил, как его жизнь изменилась навсегда. Розенбек был встречен как триумфатор. Его возвращение стало настоящим праздником для всех. Толпы людей выстроились вдоль улиц, чтобы увидеть своего олимпийского чемпиона. Флаги развевались, и все кричали его имя. Его осыпали похвалами и наградами. Медали и трофеи стали символами его упорства и труда. Но, несмотря на всеобщее признание, он оставался скромным. Его улыбка говорила о том, что он не забывает свои корни. Розенбек знал, что истинная победа заключается не только в завоевании медалей, но и в том, чтобы вдохновлять других. Он часто размышлял о своем пути и о том, как он может помочь другим, но и в том, чтобы вдохновлять других. Он стал примером для подражания для многих молодых спортсменов. Он посвятил свое время наставничеству молодых спортсменов. Его советы и поддержка стали неоценимыми для начинающих атлетов. Делился своими знаниями и опытом, показывая техники и стратегии, которые помогли ему достичь успеха, надеясь зажечь ту же страсть, которая горела в нем самом. Молодые спортсмены смотрели на него с восхищением и стремились следовать его примеру. Мир манил славой и богатством. Большие города предлагали множество возможностей и соблазнов. Но Розенбек никогда не забывал, откуда он родом. Его сердце всегда оставалось в родном ауле. Он вернулся в свой аул, где его ждал поистине геройский пример. Деревня гордилась своим чемпионом, где его ждал поистине геройский прием. Он стал символом надежды, вдохновляя всех вокруг, доказательством силы трудолюбия и целеустремленности. Его история стала легендой, которую будут рассказывать поколения. История Розенбека нашла отклик далеко за пределами борцовского ковра. Он стал вдохновением для целого поколения. Он доказал, что упорным трудом, самоотверженностью и непоколебимой верой можно добиться всего. Его путь вышел за рамки спорта. Это была история о силе человеческого духа, о преодолении трудностей и о непоколебимой поддержке семьи и тренеров. Его победа стала победой всех мечтателей. Он показал миру, что даже выходцы из самых маленьких аулов могут достичь величия. Его история стала маяком надежды, свидетельством силы мечты. Несмотря на свой успех, Розенбек не поддался звездной болезни. Он оставался верен себе и своим корням, помня, что истинная сила заключается не только в физической мощи, но и в скромности. Он никогда не забывал о жертвах, которые принесла его семья. Каждый шаг на пути к успеху был возможен благодаря их поддержке и любви. Семья для него всегда была и остается источником силы и вдохновения. Он никогда не забывал уроков, которые преподали ему тренеры. Их наставления и мудрость помогли ему стать не только великим спортсменом, но и достойным человеком. Тренеры научили его, что победа – это не только медали, но и уважение к соперникам. Он никогда не забывал ценности, привитые ему с раннего возраста. Эти ценности – честность, трудолюбие и уважение – стали основой его жизни и карьеры. Они помогли ему преодолеть все трудности и достичь вершин. История Розенбека – это напоминание о том, что настоящих чемпионов определяют не только победы, но и характер. Его путь – это пример для всех, кто стремится к своим мечтам, несмотря на преграды. Его скромность, его благодарность и его непоколебимая приверженность своим принципам служат вдохновением для всех нас. Он показывает, что истинная сила заключается в умении оставаться верным себе и своим идеалам. Розенбек Жамалов, мальчик с Кавказских гор, поднялся на вершину мира.
Его история – это доказательство того, что упорство и вера в себя могут преодолеть любые преграды. И, совершив это, он напомнил всем нам –